Грипп и ОРВИ набирают обороты. За последнюю неделю в медицинские учреждения Югры обратились более 15 тысяч человек. Относительно предыдущих 7 дней показатель заболевших увеличился на 38%. Госпитализированы 186 человек, 9-м поставлен диагноз грипп. Быстрее всего болезни распространяются среди школьников. Отмечу, что рост активности гриппа произошел практически во всех муниципалитетах округа. Больше всего заболевших фиксируют в Пытьяге, Нижневартовске, Югорске, Ханты-Мансийском, Октябрьском и Березовском районах, а также в Сургуте.